Всем привет, с вами Павел, и сегодня мы, точнее я, хочу сделать видеообзор на целлофановый пакет. Значит, ну, что можно с ним делать? С ним можно играть вот так вот, кидать туда-сюда. Ну, его можно, если вам нечего делать, одеть на голову. Это совершенно безопасно и бесплатно. Вот. Пакет. Ну, он очень прочный, не рвется. Я всегда люблю, когда иду на улицу, одевать этот пакет себе на ноги, точнее на две ноги. И чтобы обувь, когда ходишь по земле, земля ведь очень грязная, вот, и пакет вот в этом спасает. И обувь остается чистой. Но у меня бывает такое, что он все-таки рвется. И я одеваю поэтому где-то 5 пакетов на одну ногу. Мне нравится очень этот пакет, он очень хороший, добрый. Вот, значит, его можно вот так вот сложить, потом вот так расправить и положить туда, ну, например, огурцы, помидоры, яблоки, пирожки, вот. Но от пирожков он становится внутри жирным, и приходится его выкидывать. И вот, чтобы не выкидывать, я поэтому не кладу туда ничего. Вот. Ну... Ну что, ребят, ну пакет очень хороший, за это нужно поставить лайк обязательно, и, ну не знаю, ну вот, если хотите поддержать пакет, то можете подписаться с колокольчиком и смотреть вместе с пакетом мои новые видео. Вот. Я надеюсь, вам понравился обзор. Пакет очень прочный. Он хорошо тянется, не рвется. Значит, ну что еще сказать? Он очень крепкий. Ну, вот, ну всем пока. Вот, как-то так.